В общем, я принял решение, что теперь вы будете выбирать, какую рубрику мне снимать. Это может быть сравнение сайтов, это может быть тактика окупа слов балансов, нож с 50 рублей, без разницы. Выбирать будете вы, и я буду отталкиваться от ваших комментариев. Здорово, бродяги, Стрейбер на связи. Ребята, не забывайте писать комментарии, что следующее мне снимать. Сегодня у нас сравнение сайтов, это кейс батл и сайт MyCSGO по 350 рублей на каждый сайтик. Я закинул, аккуратненько, втихую будем сегодня открывать. Самая главная задача — это окупиться, сделать хотя бы x2, x3 от своего депозита. Приятного просмотра. В первую очередь, конечно же, мы откроем бесплаточку. Тут есть бесплаточка за 30 донат-поинтов, или как они, бонус кейс батл-коин. Батл-коин, его точно правильно говорится. 10, 20. У нас еще есть возможность открыть разочек. Надеюсь, меня слышно хорошо. Я сейчас нахожусь не дома, кто понял. Плюс 30% пополнения. Вот это бы пораньше, если бы ты мне дал, когда я пополнял, было бы хорошо, потому что халяву я люблю, я думаю, все любят халяву. 355 рублей. Давай протестим новенькие кейсики, которые стоят по 30, по 100, по 200 рублей. Попробуем открыть самый дорогой сегодня. Надеюсь, что-то получится. 63 рубля, слушай, за 30 рублей открыли, 63 дает, x2 уже очень хорошо. Сегодня на одном из сайтов, либо на MyCSGO, либо на KissBattle, я постараюсь открыть кейсик за 3000 рублей, то есть от 3000 и выше. Если у меня это получится, будет очень хорошо, но сегодня примерная цель на обоих сайтах такая, открыть хотя бы кейсик от 3000 рублей и выше. Смотри, слушай, он по КД дает 60 рублей плюс. Если, в принципе, сейчас на весь баланс мы с вами пооткрываем, а вот это уже слив. А, хотя 169. Если мы сейчас на весь баланс с вами откроем кейсик, и он будет давать по 60 рублей, то получается у нас будет не 350, а уже 700 на балансе. Это уже хорошо. Уже можно будет открыть кейсик рублей за 500. Но вот озорник залетает. Но ничего страшного. Слушай, первый слив, и то слил он на 50%. Это не так расстраивает, потому что предыдущие кейсы купили много раз. Слушай, я предлагаю уйти, потому что, скорее всего, окупы здесь уже ждать смысла нету. Поехали дальше. Аурора какой-то кейсик стоит 69 рублей. Ставочки, так сказать, поднимаются. Смокинг рублей 80 может стоить. Нет, это 47 рублей. А давай последний раз его откроем. И, в принципе, нам хватит 14 рублей на Silver Elite. Вот это хорошо. Это сколько? 131 рубль. Отлично. Такое нравится. И наш любимый, точнее, мой любимый кейсик Silver Elite, который в последнее время начал давать очень вообще полную дичь, на самом деле. Мне он перестал нравиться. Вообще, в целом, сайт перестал нравиться, потому что какой-то сливчанский здесь идет конкретный. Ну, смотри, на 533 рубля он вам выдал. Давай потестим контрактики, что ли, я попробую. До первого жесткого слива. 31 рубль мы закинули, 32 получили. Ну окей, принимается. Поехали дальше. Как жестко сольет, вот жестко слил, и валим отсюда сразу, поставим на 10% вот эти 57 рублей. На 10%, потому что после первого слива в контрактах есть вероятность словить 10%. Поехали, 10%. Хоп, пошел. Нет, не зашел. Окей, продаем. 393 рубля опять на балансе. Кейс Гладиатор. Открываю разочек, потому что этот кейсик может хорошо засейвить. В принципе, нас... да, спасибо, благодарю. Минус 150 рублей. То есть смотри, какая у меня логика была. То есть я думал, что я в контрактах слился. Где? Вот здесь вот, да, на 100 рублей. Закинул в апгрейд, в апгрейдах слился. И я думал, что да, сейчас в дорогом кейсе хотя бы там плюс 100 рублей. Я не говорил там за 1500-2000, хотя бы плюс 100 рублей. Но нет, он также слил. Что вам больше всего нравится? Сравнение сайтов, окуп слов балансов, тактики какие-то новые, не знаю, окуп слов баланс, нож с 50 рублей. Все об этом пишите в комментариях. Мне будет интересно почитать и что-нибудь поснимать по вашим, так сказать, желаниям. Но смотри, смотри. В принципе, это, наверное, даже минус 316 рублей. Давай вот так вот все сделаем. Хоп, надеюсь, я делаю это не просто так. Давай добавляем весь баланс, 339 рублей, цель ножик, поехали, дай косарь. Ну, ладно, хотя бы не слил, так сказать, жестко, 355 рублей, плюс там, ну, вообще, минимальный плюс дал. 356 рублей нам даже не хватает на вот этот, да, кейсик, окей. За 350 что-нибудь тут есть такое прям стоящее или нет? Вот 200, нет, вот эта сетка, хотя норм, вот этот Джуди выдал мне 260 рублей. Давай запрещенное оружие по 100 рублей пооткрываем, три раза, в принципе. Сейчас вот этот, и еще пару раз его дернем. По PvP это минус... А, слушай, что-то как-то с ценами на какие этот, на скины, что-то все поменялось. Это стоило рублей 80, но не так сильно добавилось. И последний раз, да, вот Глок Франклина, и все, на этом будет достаточно. Но только не протокол за 50 рублей. 83 рубля, окей, закинем также мы все это дело сейчас в контракт. 360... Да ну нахуй. Как? Давай, 500. Если сейчас, ребята, 500 заходит, ставим на 1000, продаем, и в итоге... А, нет. Если сейчас ставим мы на 500, оно заходит, мы ставим потом на косарь. Если косарь у нас заходит, мы ставим на 3000 и открываем кейс за 3 косаря. Окей? Поехали. Давай, 500 рублей. 516, и он у нас... Нет, смотри, как затормозил. Прям вот здесь вот он прям так жестко затормозил, вы видели, да? Окей, погнали на MyCSGO, попробуем там сейчас что-то интересное вытащить. Так, я на MyCSGO, 350 рублей сюда тоже задепал. На MyCSGO всегда по классике депаю скинами. Ну, на
какие-то другие различные сайты, куда закидываю 2-3 тысячи, тоже бывает депо и скинами, но в основном вот такие маленькие депозиты закидываю деньгами. Сюда закинул скинами, но самый интерес в том, что я закинул сюда с промокодом STR777, который дал плюс 40% к пополнению моего же баланса. То есть я, грубо говоря, пополнял на 200 рублей, но плюсом 80 рублей я получил. Мне пришлось пополнить сюда что-то в районе 250 рублей плюс-минус. Да, 250 рублей, сотку халявно я сверху получил. Этот промокод, ребята, также можете использовать и вы абсолютно всегда, когда заходите на сайт MyCSGO, он будет над моей головой, и в описании под этим видео также оставлю. И, кстати, ребята, вы обязательно переходите на мой YouTube-канал, там очень много интересных различных роликов по типу окуп слоу баланс, нож с 50 рублей, то есть если вы хотите залутать хорошенький такой ножик с небольшим вложением, то есть, грубо говоря, 50, там 100-200 рублей, обязательно переходите и ищите этот ролик среди всех моих роликов на моем YouTube-канале, там более 150 видеороликов и очень много интересного контента, так что переходите на мой YouTube-канал, подписывайтесь и проявляйте актив. Что здесь произошло? Секундочку, пожалуйста. Что вот это? 14.25, 14.25, 12.9. Что стало? Ограниченная серия, они перенесли вверх? Или что? Подожди. Майнинг кейсы. А, актуальных нету. А что, типа сейчас скидки какие-то идут? Окей. Погнали, вот этот, ну что, 75 копеек, они скидончик нам сделали, но 75 копеек в совокупности, это 7,5 рублей, на 100 раз открываем, это 75 рублей, тег, а, ну только тег, в принципе, это 0, наверное, хотя нет, 224 рубля, точнее, 222 рубля, ну плюс сотку заимели, окей, нет, 20% нас не интересует, у нас есть 40%, 430 рублей, ребята, у нас уже на балансе, цель сегодня открыть кейсик за трешку, какой кейсик, давайте мы с вами сейчас сразу выберем, так сказать, чтобы дойти до него, вот этот кейс подорожал, он стоил 5900, я понял, что-то дешевеет, что-то дорожает. Да? Так, за трешку, какой мы с вами хотим открыть кейсик? Давайте сразу определимся. Ну, вот этот кейс нет, я открывал, и он мне как-то не особо порадовал. 1000 за 3, какой-нибудь дорогой кейсик. Окей, ладно, хрен с ним. Давайте пойдем вот до этого. 4000 он стоит. До него куда более реально дойти, чем до какого-либо другого кейса. Остальные кейсы, по-моему, стоят на 1000-2 минимум дороже. Так что цель нашего сегодняшнего ролика это 4000 рублей. Да, кто заметил, приходится вот так вот держать микрофон в руках, потому что я говорю, я сейчас нахожусь не дома. Я нахожусь вообще за 2500 километров от дома. С собой взял чисто оборудование, вебку и микрофон, чтобы удобно было снимать для вас контентик. Так, 430 рублей, ребята. Давайте какие-нибудь недорогие... А, майнинг кейсы еще подорожали. Кое мне не нравится. Ну, давай попробуем майнинг кейсы. И раз они подорожали, может быть, сюда шансы подвезли. Хотя бы петушка. И сейчас мы словим за 2 открытия. Петуха мы словим. Будет... Да, словим. Ни хрена мы ничего не словим. 21 рубль. Давай фастом последний раз. 90 рублей, ребята, остается на балансе. Я играю тупо с огнем. Я реально играю просто с огнем. Играю. Поехали. 3 раза, окей, ладно, просто добьем здесь. Вот, хорошо, сколько? 271, поехали, 10 раз, 150 рублей, еще, в принципе, на 10 раз хватит. Смотри, лента что-то вообще прям сыпет, люди, видимо, начали закидывать, и именно на маленькие, на дешевые кейсы начали залетать. Это мне нравится. И давай 5 раз, последний раз откроем, 78 рублей, наверное, пойдем на какой-нибудь другой кейсик, да, это тупо слив. Тупо слив, на маленький кейс надо залетать, ребята, когда есть какой-то нормальный баланс. 87 рублей на балансе, что даже открыть, давай поехали в ограниченную серию. 85 рублей, 10 копеек, мы тратим сейчас весь баланс с вами, ребята, открываем 10 раз кейс лягушачий. Не помню, как называется. Ну, вот что-нибудь хотя бы. Галилека. Отлично. Это 100 рублей. Это 100 рублей. 229 рублей плюсом. Шикарно. 230 рублей. Давай его 5 раз откроем. Видимо, надо двигаться так. Открыл. Если он тебя купил, надо сваливать отсюда. Если он тебя не окупил, можно дальше долбить. Но сейчас смотри. Скорее всего, будет слив, потому что... Хотя нет. Вот воображение. 157 рублей. 181. 42 мы потратили. Слушай, хорошо. Хорошо. Какой-никакой камбэк есть. Утечка отходов нет. Это, по-моему, фигню стоит. 76 рублей. Ну, слушай, хотя даже с этим учетом слив небольшой. Но вот это уже жесткий слив, наверное. Хотя нет, что там, 20 рублей. Вот откуда ребята тыркают, интересно. Вот это уже слив. Да, понял. 292 рубля. Давай 5 раз мы откроем на 200 рублей кейс B, который называется пчелка. Рублей 400. Выдай, пожалуйста, чтобы я на кейс вот обезьянье дело. Ну, хотя лапки. Лапки, императорский дракон. Неплохо, рублей 300, наверное. 380. 4 соточки, пожалуйста. Как по заказу. Как прям заказывал, так и выдает. 400 рублей. Теперь вот можно тыркнуть майнинг кейс. Только давай вот, например, вот этот, 10 раз, поехали. Вот один бы неоновый гонщик, вообще, я бы поставил его на 1000, на 3,5, на 4 в апгрейд, чтобы быстрее дойти до цели сегодняшней. Это кейсик за 4000 рублей. Окей, давай еще раз его откроем. Ну, майнинг кейсы же должны вываливать, цена образования же поменялась, его он же должен как-то хорошо выдать хотя бы один раз. Я не прошу там самое дорогое выдавать, но хотя бы вот это, сколько стоит? 482 рубля, плюс 500
рублей. Вот я про это и говорю, ребята. Типа, хотя бы недорогое что-нибудь бы давал. Ну, давай вот крайний раз откроем мы с вами кейсик за вообще ничего, да? Давай еще раз откроем. Я все-таки верю в петуха. Верю в петуха за все. Все, майка CSGO, все. Мне надо было просто чуть-чуть камбэкнуться до косаря. Не камбэкнуться, а чуть приподняться до косаря. Давай кейс палач. Сколько? Трешку его, наверное, откроем на 400 рублей. Здесь, блин, вот есть вот эти вот заточения всякие по 6 рублей. Меня это не устраивает в кейсах, на самом деле. Вот, ну, прощальный оскал хотя бы. Сколько это? Рублей 250 он может стоить? 4 сотки. Мы потратили 429. Окей, это, в принципе, 0. Давай еще раз с фастом. Это вообще пиздец. Это сливчанский. 700 рублей. Слушай, ну, я предлагаю все-таки, короче, тыркать кейсик за 180 за майнинг кейс, потому что отсюда куда более реальный выбить какой-нибудь дорогой скин, чтобы открыть дорогой кейс. Потому что сейчас мы можем... в принципе, потратить на кейсы по 100, по 200 рублей, ну, там не факт. Да и здесь, в принципе, не факт. Просто если у меня есть шансы сегодня на MyCSGO, значит, у меня получится открыть кейс. Но если вы два петуха, это косарь. Если вы видите этот ролик, значит, у меня все-таки получилось что-то сделать. Смотрите, уже 1600 рублей, ребята. Уже 1600 рублей. Если нам акуси хотя бы залетит, сколько сейчас стоит АК-47? 2 косаря он стоит. Но что-то выше, что-то дороже АК-47. Я здесь вряд ли что-то поймаю, потому что уже он выдал мне на косарь плюс, но тем не менее, я буду пытаться, ну, все так очень близко, все так хочет выдать, но не выдает. Окей, давай один раз фастом попробуем, один раз фастом. Щит! А вот вопрос, а что делать? Я-то, ну, как бы я с удовольствием бы вывел этот АВП, который стоит 8 тысяч, хотя, возможно, не вывел бы, потому что он стоит 8 тысяч, а обычно он стоит 4 тысячи, возможно, ценники поднялись, из-за этого цены на кейс поднялись, есть вероятность, что он упадет еще и будет стоить в раз меньше, и я бы хотел его вывести, с тем учетом, что у меня еще 1000 рублей на балансе, но я его продаю. Почему? Потому что, ну, как бы я перед вами поставил цель, и сейчас сливаться с этой целью, это будет очень тупо и некрасиво, да, типа повелся на скинец. Но 4076 рублей, я его даже могу открыть два раза. Ну вот, ребята, я вам предлагаю, смотрите, я вот хотел открыть вот этот кейс, да, вот здесь вот эта вот залупа есть, неприятная, которая стоит по 200, по 300 рублей, но тут есть рядышком кейс, который стоит 5600, здесь более вероятнее выбить что-то более-менее хорошее. Я предлагаю его открыть за 5600 и вот этот открыть за 4000. Нам, в принципе, хватает прям, по-моему, 10 рублей не хватает, что-то такое. Давайте, я очень рад, что я выполнил эту цель, не в зависимости от того, что он мне сегодня выдаст, конечно, хочется забрать что-то окупного характера. От волны? Шикарно! Сколько? 10к. Пиздец. MyCSGO, ты меня порадовал. 3900, ребята, на балансе. 3900 на балансе, я бы еще вот этот кейсик бы хотел открыть, но не хватает буквально 100 рублей. Давай как-нибудь попробуем подфармиться, да? Знаешь, что сделаем? Какой-нибудь недорогой кейсик. Вот 10 раз, поехали. Вот ты сейчас косарь 100 дай мне, пожалуйста, косарь 100, чтобы я открыл какой-нибудь кейсик. Но 10 тысяч уже есть. 10 тысяч уже есть. По-моему, что-то... Нет, это не окуп. Косарь 100. Спасибо, блядь. Я немножко в ахуе, потому что все как по заказу идет. Где этот кейсик? Он, по-моему, где-то ниже, да. 4076 рублей, поехали. Цель я свою выполнил, ребята. Что я ставил, выполнил обязательно. Уф, я думал, зуб тигра фальшон. Я уже все, я думаю, пиздец, уже 1020 минимум. 366 рублей, но я предлагаю поставить его на... Нет, давай на 1000 рублей на апгрейд. Что-нибудь, давай вот моховый кварц, 24%. Цель я свою выполнил, то, что я поставил, я выполню еще плюс десятку я выношу, а деп мой на сегодняшний день, я напоминаю вам, 350 рублей. Также, ребятки, я вам еще раз расскажу про промокод, который называется STR777, который дает плюс 40% к пополнению вашего баланса на сайте MyCSGO. При пополнении от любой суммы, хоть даже на 200 тысяч будете пополнять, плюс 40% будете получать. На эти деньги можете открывать спокойно кейсы и выводить к себе в инвентарь. Этот промокод был над моей головой на протяжении всего ролика, и в описании непосредственно под этим видео я его также для вас оставлю. И сейчас на экране вы видите 4 ролика, которые всплыли. Это ролики, точнее, окупного характера, где у меня получился лютый занос, где я выбил какую-то самую дорогую пушку, например, на сайте, либо купился вообще слово-слово баланса, обязательно кликайте и продолжайте просмотр моего ролика.